Берег реки Шексны – излюбленное место отдыха горожан. В жаркое время здесь очень людно, а значит и мусора остается много. Если сами пляжи убирают коммунальщики, то на прилегающих территориях мусор лежит постоянно. Каждый год с этим неприятным явлением борются спасательные службы. Всероссийская акция «Чистый берег» уже прошла в Белозерском, Бабаевском, Сямженском, Усть-Кубинском, Нюксинском и Вожегодском районах. Всего очищено около 20 километров береговой линии, вывезено 53 тонны мусора. Сегодня к акции присоединился и Череповец. Зеленую зону рядом с пляжем череповчане чаще используют для обустройства пикников, рассказывают участники акции «Чистый берег». Поэтому и мусора здесь больше, чем на песке. После отдыхающих остается очень много лишнего мусора. И то есть он накапливается, и потом он постоянно здесь находится. Поэтому мы как-то вот и курируем этот пляж. Очень много, конечно, бутылок пластиковых, стеклянных. Но сейчас надо отдать должное отдыхающим. Стекла стало меньше. Однако не все так плохо. В прошлом году это место можно было считать полноценной свалкой, делятся спасатели. Сейчас же берег стал лучше выглядеть. Как доказательство – разросшиеся одуванчики. Хочется сказать, что береговые линии в городе стали чище благодаря этим акциям. Год назад мы в этом месте убирались, и сегодня заметно, что мусора намного меньше. На сегодня 50 мешков нам предоставлено мусорных, то есть все они будут заполнены. Объем достаточно большой, кроме того, должны нам сейчас подвести большой контейнер, в котором мы будем убирать топовую древесину. Цель таких акций – не только помощь природе. Своим примером спасательные службы надеются перевоспитать отдыхающих, тех, кто мусорит. Я считаю, что одной уборкой территории нам не обойтись. Надо, значит, поменять мнение жителей к тому месту, где мы живем. Хотелось бы пожелать жителям города, да, бережно относиться к природе нашего города и не оставлять за собой свалки. Спасательные службы планируют привести в порядок все пляжи до начала июня. Анастасия Ходкова, Егор Плюснин. Новости.